Потом, у каждого человека может быть несколько номеров. Кто-то в планшете держит номер, кто-то, значит, ну и, соответственно, это второй номер, да? У нас система предусматривает возможность привязывать разное количество номеров. Да, Владислав? Да. Вот, соответственно, вот на сайте Добротех, когда вы зарегистрируетесь, вы попадете в личный кабинет. И там увидите, что привязать семью. Вы заходите, номер отправляете. Отправляете смс-очку на обычный федеральный номер. Мы его сделали не для того, чтобы это, ну, была стоимость обычной смс-ки. Угу. Вам в ответ приходит код. Это верификация номера телефона. Код, отдых на эту симочку. Поэтому, поэтому симка, которая стоит в планшете, каким образом мы проведем ее верификацию? А, приходят смс-ки. Приходят? Да. Замечательно. Даже на ноутбук приходит смс, знаете, оно будет. Значит, нам платится всего, кроме роуминга и вот этих вот платных сервисов, которые называются контакт. То есть роуминг, когда человек уезжает, этот роуминг, соответственно, мы за это деньги не получаем. То есть, если я сейчас, допустим, интернет выведет на их я исключительно, у меня симка для интернета, я ее выкидываю, когда у меня кончаются там средства. Что мне надо сделать, чтобы прийти к Мегафону и сказать, я новый клиент, и, пожалуйста, через Добротех. Еще с кем разговаривал? Нет, ты, нет, я понимаю, что это со всеми компаниями. Есть со всеми компаниями, да. С Мегафоном, да. Ну, то там, ты хочешь... там нет кэшбэка просто. Не-не-не, секундочку. Если это будет новый абонент, если это будет новый абонент, да, можем сделать с Мегафоном, да. То есть там тогда будет 10%? Да. Вот. То есть, если горит и горит у меня, есть еще такая вещь, как зона покрытия, конечно, интернет. Мегафон сейчас... Ну, у меня, да, у меня значит, тоже. Смотрите, я немножко забегаю вперед уже, да, это ближе к осени. Сюда зайдет скоро новый оператор, я об этом уже говорил не раз, компания Теле2. Если раньше компания Теле2 принадлежала скандинавским странам, то недавно ее купил, значит, Ростелеком и ВТБ. Это самые главные акционеры теперь компании Теле2. Весь сотовый бизнес уйдет у Ростелекома в Теле2, под этот бренд. У Ростелекома один из самых серьезных клиентов, который ушел от него недавно, это были военные. Когда военные ушли, они решили свой интернет там сделать, свое все это сделать. У них освободилась куча частот. Теле2 в своем пиаре говорит, что когда они придут в Москву и начнут здесь уже реализовывать свои сим-карты, у них будет самое лучшее зона покрытия и самый лучший интернет. Нам осталось ждать недолго, это осень. Потому что у них было объявлено 15 августа, но они не успевают, соответственно, где-то в сентябре они запустятся. Поэтому я предлагаю Теле2 вот дождаться. Там вот это, у них 4G будет. Да, у них есть технология, как с 2G сразу на 4G перепрыгнуть, не на 3G. Но я не специалист здесь, вот, может, Виктор там больше понимает, знает. У них куча базовых станций, которые уже построены здесь, в Москве. Они сейчас очень огромными темпами это все делают. Вот. И, соответственно, лицензии GSM, они принадлежали Skylink. Skylink тоже купили в свое время Ростелеком, где-то года 3 назад. И, соответственно, вот под этими лицензиями Теле2 теперь будет работать в Москве, в Московской области. Вообще получается, что вот осенью у нас появляется вообще карт-бланш огромный. И он заключается в том, что есть три оператора. МТС, Мегафон и Билайн. И все корпоративные клиенты, они разбиты, ну вот, вот между разделены между этими тремя. Появляется четвертый. У нас есть право работать с корпоративными клиентами и приводить всех в Теле2. Переманивать фактически там, давать им выгодные тарифы и открывать всем спонсорские кошельки. За то, что если мы начинаем работать с юрлицами, мы готовы дополнительно еще деньги платить тому человеку, кто будет юрлица приводить. Либо это вот какой-то вот регион, ну, какой-то регион, например, вот Замир говорит, я беру на себя Ступино. И Ступино все, вот под ним, соответственно, мы предусматриваем еще дополнительно эти 10% дохода уже непосредственно для того человека или для той команды, которая начинает работать в том регионе. Это дополнительный доход, который мы готовы платить тоже. Причем это все на муниципальном уровне. Через МФЦ. Ну, здесь некоторые товарищи были, присутствовали, слышали, что мэр сказал. Да, прям кивнул, когда ты говорил, по-моему, 10% кэшбэк.